четыре стороны собираются друг на друга, руки ладонью в кулаках, правая над левой. То есть 3, 4, 5. Голова опущена, находится в руках. Стоим 6, 7. На 8 начинается прыжок. Мы прыгаем, раскидываемся на две ноги, на широкие ноги. Переносим вес на левую, правая согнутая. И у нас идет поворот корпуса в левую сторону. Бам! Дальше мы переносим вес на правую ногу. Левая выпрямляется и вытягивается в сторону. То есть первый раз у нас колено больше согнуто, второй раз более прямое. Дальше мы садимся в плие и пока что остаемся в этом же положении. То есть 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Руки были здесь. На 8 мы начинаем раскрываться. Левая уходит вниз, правая уходит наверх. Руки раскрываются до такого положения. И отсюда левая уходит назад, правая уводится вперед. То есть мы рукой как будто тянемся в левую сторону. Дальше. Через низ у нас правая рука уходит сюда, левая рисует кружок вниз, и правая выходит в положение, как будто мы что-то трещим, кого-то зовем. После этого эта рука смахивает нам голову в левую сторону. Пам! Мы делаем круг головой и одновременно корпусом. Корпус заводится назад, и здесь мы выпрямляемся и возвращаем голову назад. То есть пам! Пам! И четыре. Мы опускаем голову в ладони, садимся в плие и поднимаем голову вверх на зрителя. Соединяем еще раз руками. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3 и 4 и. Соединяем руки и ноги вместе медленно. 5, 6, 7, 8. Раз. 2, 3 и 4 и. Дальше. 4 и. Подняли голову, руки остались здесь. Растираем сначала ноги. Переносим вес на левую ногу, правая сгибается в колени. Пам. Пам. Меняем ногу. Пам. Еще раз. Пам. А потом сесть и поднять. То есть правая, левая, правая и левая. Когда мы будем делать движение по телу, будет маленькая волна пропускаться, но не сверху корпуса, а от нижней части. Пам, пам, пам. Руки были они здесь у нас. Мы выходим в сторону, собираем кулаки и подтягиваем к себе. То есть наша правая локоть идет ближе к корпусу, разворачиваемся в эту сторону, то же самое движение. Дальше у нас мы бьем левой ладонью по плечу, потом по сгибу локтя. Дальше замахиваем правую руку вниз, под левую заводим сюда в бедро. И достаем, убираем левую руку за себя, а правая у нас перед собой будет открываться. Да. То есть 5, 6, 7 и 8 и. Соединяем вместе с ногами. Мы пришли 4 и 5, 6, 7 и 8 и. То есть когда поднимается рука, поднимается нога. Дальше, на раз, мы наступаем на левую ногу, переносим вес в эту сторону, рука начинает раскрываться на круг. Мы делаем один кружок, раз. На два делаем еще полоборота, и когда у нас рука прилетает вот сюда, мы переносим вес на левую ногу, начинаем заводить левую руку сюда, и дальше у нас рука уходит правая назад, левая перед собой. То есть были здесь, раз, два. Еще раз, были здесь, вот наша точка, и отсюда. Раз, два. Правая нога подлетает наверх, и встречается левая ладонь с правой ногой. Хватаем на уровне голени, где-то вот здесь посерединке. Еще раз было, восемь. Раз, два, и. То есть на два и нам нужно коснуться от ноги. Дальше, на три. Правая нога делает смах такой назад, бьем в пол и подпрыгиваем. Кто-то из ребят делает более простой вариант, я сейчас вам покажу. После этого маха вы делаете так, так, так. И приземляетесь на ножку. То есть у нас правая делает мах назад, мы подпрыгиваем, переносим, подпрыгиваем, сгибаем левую, ставим правую, потом ставим левую.
Это более простой вариант, который можно сделать, если у вас не получается более сложный. Хасов, допустим, в более сложном варианте делает па и выбрасывает ногу вперед. То есть он делает ей кик, ма, а потом только ставит. То есть у вас получается подвивка, выбить ногу и поставить. Ритм следующий. 8. Раз, два, и три, и четыре, и. 4. Поставили ногу и на и. По телу опускается небольшая волна, выбрасываются руки вперед, опускаем корпус, ладони касаются пола. Угу. Еще раз. 8. Раз, два, и, три, и, четыре, и. На 5. Поднимается корпус, разворачиваемся корпусом больше к зрителю, но голова больше смотрит в диагональ вниз. Ладони тоже смотрят вниз, раскрыты вот таким образом. И мы шагаем. Слева вперед, справа назад, слева вперед. И когда мы подставляем обратно правую назад, у нас руки разворачиваются. Левая просто кисть поворачивает, а правая разворачивается чуть более активно. Пам, от локтя. И дальше мы начинаем шагать на левую назад. Та, та, та. Ребят, перестроение. Поэтому мы делаем с левой, справа, с левой. И после этого мы будем выкидывать вперед правую пятку. А руки три раза. Будет правая рука бить к левому плечу. То есть раз, два, три и пам. И руки здесь через крест раскрываются в сторону. Еще раз соединим отсюда. 8. Раз, два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и 8 и. Угу. Следующая часть. После этого. Здесь первый начинает чимин. Он делает это движение один. Вы можете выбрать, если вы хотите за него. Тогда вы делаете следующее. Вы распрыгиваетесь на две ноги. Руки у вас стоят вот в такое положение. То есть раскрытые ладони. Примерно на уровне плеч. Чуть-чуть можно выше. Головой и корпусом. Вы будете делать кружок. Следующий. То есть голова идет влево, вниз, вправо и на исходное положение. А руки начинают работать влево. То есть у вас корпус вправо, прошу прощения. Голова влево, руки вправо. Мы вниз, руки наверх. То есть мы рисуем кружок. Пам. Угу. Это на счет раз. Раз. На счет два. Ладони поворачиваются к себе и возвращаются на исходное. И если приглядеться, то они иногда успевают еще посмотреть на них. То есть вы делаете движение ладонью, делаете небольшой кивок головы, означающий, что вы посмотрели на руки. И дальше делаем то же самое движение, которое мы делали до этого, только в два раза и быстрее. И при этом у нас начинаются шаги с правой ноги. Правая, левая, правая, левая. Еще разок. Мы закончили. 8 и делаем. Раз, два, три, четыре. И не делайте их подряд. Они идут с фиксацией. Пам, пам. То есть обязательно делать нужно точку. Дальше. Разбираем только руки. Уводим левую в диагональ. Левую верхнюю в диагональ. Пам, ладони на себя. Раз. Дальше в сторону. Два. Опять в диагональ, только в нижнюю. Три. Возвращаем. Четыре. Теперь в другую сторону. Пять. Шесть. И. 7, 8. Два раза головой делаем бит вперед и вниз. Пум-пум. Только старайтесь шагу назад, не уводить, что это было. Вперед, вперед. Не вперед, назад и вперед, а вперед, вперед. Угу. Еще раз руки. Вверх, в сторону, вниз, в сторону, в сторону. Вверх, кисти. Голова, голова. Ноги. С этими движениями достаточно все просто. Мы просто шагаем на правую, и оба колена разворачиваются в правую сторону. Шагаем на левую, разворачиваемся сюда. Опять шагаем на правую, шагаем на левую, шагаем на правую, шагаем на левую. И все эти шаги продолжаются до вот этого движения. Плюс добавляем немножко уровней. Первое наше движение идет вниз. То есть руки пошли вверх в диагональ. Шагаем на правую ногу и уходим вниз. Так. Дальше уровень меняется на средний. Так. Дальше руки уходят вниз, а уровень меняется на верхний. Так. То есть прям можно даже на носочек встать для того,
вам, когда сюда отвели. Возвращаемся на средний уровень. И на среднем уровне пока остаемся. И вот в тот момент, когда мы руки переводим сюда, у нас должен быть шаг. Мы здесь лезвием направо, шаг должен перейти налево. Мы подбиваем левую ногу к себе. Пам. И когда руки собираем в кулаки, выставляем правую ногу вперед перед собой. И делаем на нее шаг, шаг. Еще раз. Подбили. Это как раз на слова на-на-на. Мы делаем на-на-на. И сопровождается это головой. То есть мы здесь руки держим и на-на-на. Угу. Соединяем еще раз вместе этот фрагмент вот отсюда. 8. И раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь и на-на-на. Дальше. Ребята, руки держат в этом же положении. У них идет небольшой акцент наверх. По-разному они, конечно, делают, но мне, допустим, легче делать как носок, он делает акценты запястья. Но только не вот так, а как будто запястье пытается вверх выровнять. И немножко за счет этого еще проработают плечо и корпус. Основное происходит следующее. На. Мы выставляем правую ногу перед собой и чуть закрываем колени. Опять раскрываем ногу шире, закрываем колени. И отворачиваемся назад. То есть у нас так, 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 так. И дальше нога подставляется к себе. Мы делаем руки выталкиваем вперед, подставляем ногу к себе и подтягиваем руки к себе. И последний наш кусочек. Мы шагаем с левой ноги вперед, пам, и руки как будто выталкивают что-то от себя, и корпус отводится немножко назад, раз. Потом шагаем на правую, наоборот, корпус у нас идет вперед по подаче, и руки вдоль тела стягиваются назад. И дальше мы начинаем себя поворачивать. Левая рука также отставлена в сторону, правая большим пальцем начинает нас разворачивать. Голову, корпус, бедро. Так, так, так. Просто ритм очень быстрый, темп очень быстрый. Голова, корпус, бедро. И дальше на последний счет правая рука отсюда идет вниз к полу, а левая задирается наверх. И последняя точка на раз получается. То есть мы делаем 8 раз. Соберем подсчет еще раз. Наш финальный кусочек отсюда. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь и на-на-на и та, и та, и та, та. От себя к себе, голова, корпус, бедро и па. Соберем подсчет полностью весь припев. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три и четыре и пять, шесть, семь и восемь и раз, два и три и четыре и пять и шесть и семь и восемь и раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь и восемь. Раз, два, три, четыре и пять.